Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас вы увидите продолжение выступления профессора Исаева, доктора биологических наук, профессора кафедры коллоидной химии, первого в мире специалиста по омега-3 жирным кислотам, человека, создавшим в СССР препарат, выводящий из организма тяжелые металлы и радионуклеиды. О его заслугах можно говорить долго, но не буду. Об этом есть другие видео, которые я оставлю по ссылкам под этим видео, которое вы сейчас смотрите. На одном медицинском канале профессор Исаев дал 2 интервью. Первое уже было, вот оно. Второе перед вами. Очень важную информацию я дам вам в своем послесловии к этому видео, не пропустите его. Я там поясню то, что вы захотите спросить после прослушивания этого видео. Итак, сейчас вы прослушаете 3-минутный коллаж из выступления профессора Исаева, чтобы знать, какие важные темы он поднимает, какие темы будут раскрыты в этом видео. Итак, вступление, затем само интервью. Все препараты профессора Исаева даны по ссылке под этим видео, если что, не забудьте, где посмотреть, и не спрашивайте об этом в чате под видео. Да, я вам оставлю еще по ссылке под этим видео очень важное видео о приборе-генераторе водорода и свободных электронов в воде для питья. 3 года мы шли к созданию этого видео. Посмотрите обязательно. Приятного вам просмотра. Когда его спросили, от чего умирают люди, он сказал, люди не умирают от болезней, люди умирают от лекарств. Оно способно было, по заключению академика Мирсона Феликса Залмановича, оно способно было снижать смертность при инфаркте миокарда в 6-7 раз, как никакое лекарство не может сделать. Повысить порог электрической стабильности сердца в 2-3 раза. Конечные продукты распада белков – это аммиак и сероводород, отравляющие вещества. И, конечно же, нужно их убирать своевременно, чтобы не возникало очагов воспаления. Жирорастворимые витамины могут накапливаться, и они накапливаются, хранятся в печени. Но перед тем, как они находят свое применение, они отправляются на активацию в почки. Они, активность их увеличится в 6 раз, и после этого у здорового человека содержание омега-3 жирных кислот в плазме крови должно быть около 10%. Если снижается до 7,5%, это ишемическая болезнь сердца. В возрасте 60 лет примерно 30% сосудов мозга ишемизируются, то есть не работают. И развивается мозговое нарушение, которое называется мозаичность мозгового кровообращения. Содержание в предстательной железе цинка в 100 раз выше, чем во всех тканях. И через 1 месяц от гистозов и следов не осталось. Но мы посмотрели по показателям крови этих беременных женщин. Если перед началом мы увидели, что содержание докозы гексоеновой кислоты в плазме крови этих беременных женщин было 2,4%, то есть очень низкий. А надо, чтобы было не меньше 3. И когда мы прошли этап 3%, вот исчезает эта болезнь. Что является основным источником энергии для марафонцев, для бегунов на дальней дистанции, для стайеров? Жирные кислоты. И в зависимости, какие жирные кислоты преобладают, то можно сказать, сколько будет АТФ. Но еще ни индустриальное питание, ни школьная кухня не удосужились посмотреть, почему у школьников, ну, самые большие нарушения в организме человека, этого школьника, первое, массово, ему нужно дать больше кислорода. Каким образом дать кислород? За счет повышения скорости кровотока. Каким образом скорость кровотока увеличить? С тем, чтобы гемоглобин, который находится в эритроцитах, тащил кислород, потому что только за счет кислорода питательные вещества, значит, окисляются и выбрасывается вот энергия. Вот эта энергия нужна мозгу, чтобы усиленно задуматься и принимать операторские способности, память на текущие события, память долгосрочная, вот это развивать. А вот витамин С надо принимать каждый день. Потому что сегодня то, что мы приняли, даже 5 порций витамина С, они все уйдут с мочой. Ничего не остается. Гипервитаминоза по витамину, вот по водорастворимым не бывает. По жирорастворимым бываем. Здравствуйте, дорогие слушатели. Биологически активные добавки по-настоящему можно разделить на небольшое число, по зависимости от функции их. Ну, первое.
для того, чтобы нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и всех сосудистых систем организма человека. Это касается и мозгового кровообращения, это касается и нижних конечностей, это касается и также всех органов и тканей, потому что если посмотреть на сосуды человека и вытянуть в длину даже только капилляры его, то этого хватит для того, чтобы несколько раз обернуть земной шар. А длина земного шара 40 тысяч километров. Вот таковы сосуды человека. И, конечно же, где-то что-то случается. И для того, чтобы это не отразилось плачевно на здоровье и особенно на жизни человека, мы сегодня нашли докозагексаеновые и эйкозапентаеновые кислоты из морских организмов, которые способны менять мембрану эритроцитов, основных форм крови, потому что это основа. Есть еще тромбоциты, мы их тоже посмотрели. Есть и белые кровяные тельца, лейкоциты, назначение которых – это защитная функция. Тромбоциты – это для того, чтобы останавливать кровотечение, если какая-то рана. Ну а эритроциты – это то, что обеспечивает организм человека питательными веществами, кислородом и, что не менее важно, выводит из организма уже отработанный углекислый газ и метаболиты разрушенных клеток. Я вам назову, что и эритроциты, как и белковые существа, вещества, клетки человека живут всего лишь 120 дней или 4 месяца. И через 4 месяца они разрушаются, погибают. И конечные распад, продукты распада белков – это аммиак и сероводород, отравляющие вещества. И, конечно же, нужно их убирать своевременно, чтобы не возникало очагов воспаления. Ну, первая, скажем, группа биологически активных веществ предназначена для того, чтобы обеспечить нормальную работу сосудов организма человека. Вторая группа предназначена для того, чтобы обеспечить организм человека витаминами и минералами. Витамины – это основа жизни человека. И они, как, конечно, как незаменимые факторы питания, их нужно принимать каждый день. Есть водорастворимые витамины и жирорастворимые витамины. Водорастворимых значительно больше. Жирорастворимых всего 4 – А, Д, Е, К. Жирорастворимые витамины могут накапливаться, и они накапливаются, хранятся в печени. Но перед тем, как они находят свое применение, они отправляются на активацию в почки. Они, активность их увеличится в 6 раз, и после этого они выполняют свое предназначение, свою функцию. Водорастворимые витамины не накапливаются, поэтому если есть избыток этих витаминов, то они уносятся с мочой. Поэтому их не остается, поэтому их надо принимать каждый день. И тогда нормально себя будет чувствовать человек. Если не принимает, то понятно, некоторые ухудшения составов, некоторые ухудшения самочувствия, каких-то органов тканей, каких-то функций организма. Их надо принимать постоянно. Минеральная составляющая. Мы посмотрели организм человека. В нем мы нашли 81 элемент из 95 элементов, которые в таблице Менделеева. Но самые основные из них – это 23 минерала, которые потребляются каждый день в организме человека. И они очень нужны, их нельзя ничем заменить. Это все функции, по сути, наши, начиная от формирования костной ткани, всех организмов и функционирования. Та же кровь без железа, без гемоглобина – это уже не красные кровяные тельца, не форменный элемент крови, обеспечивающий основные функции организма человека. Ну и еще одна группа – это те вещества или живые существа. Это биологически активные добавки, содержащие живые микробиологические клетки – бифидум, лактобактерии. Бывают они в чистом виде, лиофилизированном виде, для того, чтобы дольше хранились и спокойно могли дойти до человека, и его можно было бы реализовать за это время. Но бывают они обогащены. Они бывают обогащены и пребиотиками, и симбиотиками. Пребиотики – это, по сути, то, чем питаться будет бифидов и лактобактерий, попадая в организм человека.
Я как-то вскользь сказал, что в толстом кишечнике организма взрослого человека около 3 килограмм бифидолактобактерий, и есть еще и патогенная микрофлора. Казалось бы, зачем-то она нужна, это болезнетворные микроорганизмы. Они нужны тоже для того, чтобы обеспечить человека и ферментами, и обеспечить, главное, тренировку иммунной системы. Иммунная система познает эту патогенную микрофлору, и в случае инфекции, в случае огромного поражения там, организма человека, это при инфекциях, то иммунная система готова вступить с ними в бой и разрушать и убивать их, с тем, чтобы сохранить здоровье человека. Есть еще какие-то редкие, скажем, биологически активные добавки, которые выполняют комбинацию многих из них. Ну, например, суставы болеют. Суставы, кажется, то же самое пронизаны кровеносной системой. Но можно и в те биологически активные добавки, которые обеспечивают сосуды, добавить еще аджаен-алицин, который способен выводить отложение солей из суставов. Ведь наличие вот этих кристаллов – это боль человеческих суставов, боль конечностей, боль мышечная. Когда мы их растворяем сперва, превращая в ионную форму, ну а потом как-то в процессе приема, есть схема приема, обеспечивая осмотический процесс, выводить из клеток и выносить в неклеточные пространства для утилизации. То есть и такие есть биологически активные добавки. Насчет лекарства это или не лекарство. По лекарствам есть особая категория предназначений. Лекарства должны соответствовать требованиям фармакопейной статьи. Биологически активные добавки не отвечают этим требованиям фармакопейной статьи. Но тогда мы называем биологически активные добавки к пище как незаменимые факторы питания. И они могут не только поддерживать организм человека, но и обеспечить коррекцию нарушенного гомеостаза, что и является более ценным. Потому что если обратиться к древним медикам, целителям, Гиппократу тому же, и пусть ваша пища будет вашим лекарством, то есть мы соответствуем тому, что это было. Но еще можно обратиться к Галену, первый век нашей эры, зачинатель, по сути, западной медицины. Когда его спросили, от чего умирают люди, он сказал, люди не умирают от болезней, люди умирают от лекарств. Поэтому то, чем мы занимаемся, биологически активные добавки к пище и название «добавка к пище», потому что в пище сегодня все меньше и меньше этих незаменимых факторов питания. И это результат не всегда продуманный деятельности человека, антропогенной деятельности, когда он управляет природой не всегда разумно, и в результате природа не может обеспечить ни траву, ни растений, которые потребляет человек, или траву, которой питаются животные. Без минеральной составляющей, конечно, не может формироваться организм человека. Замечательно. То есть мы делаем вывод о том, что по сути БАДы – это не лекарство, но лечебную функцию они способны выполнять при правильном, грамотном, постоянном и регулярном приеме. То есть помогая организму преодолевать все те негативные факторы, в котором мы по сути живем. Да? Антропогенная среда, недостаток витаминов и микроэлементов в пище, невозможность своевременно и в полном объеме получать все эти витамины и микроэлементы. И тогда нам на помощь приходят БАДы, которые восполняют потерю и в том числе помогают организму бороться уже с последствиями тех как бы негативных факторов, которые имели место быть. Кристиночка, вот вы назвали, все-таки выполняют лечебную функцию. Я бы не хотел, чтобы ни вы, ни слушали наши, ни потребители биологически активных добавок никогда не произносили это слово «лечение». Я правильно назвал способ поддержания гомеостаза и способ коррекции нарушенного гомеостаза. Таким образом, можно, не прибегая к лекарственным препаратам, навести порядок в своем гомеостазе, в своем состоянии. Вот передо мной книга «Эйконол и атеросклероз». Когда мы написали эту книгу, эйконол был лекарственной
формой, как лекарство. И на него была и фармакопейная статья, была лицензия по производству. Но прошло время. Мы понимаем, что по способности своей это сильное лекарственное средство было. То есть оно способно было, по заключению академика Мирсона Феликса Залмановича, она способна была снижать смертность при инфаркте миокарда в 6-7 раз, как никакое лекарство не может сделать. Повысить порог электрической стабильности сердца в 2-3 раза. То есть это метеочувствительным людям помощь, забыть о метеочувствительности. Можно было бы с помощью этого эйконола состояние эритроцитов, состояние крови довести до такого, чтобы даже не возникала гипертония в сосудах наших. То есть текучесть крови резко повышается, скорость кровотока может увеличиваться. Ну, в первой градской больнице я как-то вскользь сказал, при облитерирующем атеросклерозе конечностей, через полгода мы этим больным людям давали эйконол. У них скорость кровотока средняя за 6 месяцев увеличилась на 100%. То есть это начало ремиссии, как бы назвали врачи. То есть не только остановили болезнь, нарушение, но и стали уходить от нее, выводить из этого состояния. Вот как это происходит? Вот здесь вот на картинке у меня есть, как меняются мембраны эритроцитов. У здорового человека содержание омега-3 жирных кислот в плазме крови должно быть около 10%. Если снижается до 7,5%, это ишемическая болезнь сердца. По этому показателю уже можно видеть, как нарушается. При гиперлипидемии снижается до 6%. То есть у человека из-за высокого накопления жира состояние ожирения такое, что у него и в крови этого жира много, триглицеридов. И параллельный холестерин низкой плотности, вот и материал для формирования бляшек. Есть биологически активные добавки, которые полезны абсолютно всем. Но есть одни, предназначенные для какой-то именно категории. Ну, скажем, в возрасте 60 лет примерно 30% сосудов мозга ишемизируется, то есть не работает. И развивается мозговое нарушение, которое называется мозаичность мозгового кровообращения. То есть, если дать контрастное вещество с воздухом, с кислородом, это газообразный, скажем, ксенон-122, они не представляют опасности для человека, потому что, хотя это и радиоактивное вещество, на период полураспада у него всего лишь 20 минут. То есть, достаточно быстро инактивируется. Но попадая в кровь, он как контрастное вещество в лучах рентгеновских, он контрастирует, и получается, течет кровь. Видно, как течет кровь. И те сосуды, где не течет кровь, они темными остаются. Его, если отнести, значит, площадь тех темных пятен на снимке ко всей площади мозга, который освещается там, то получается, вот этот процент и есть мозаичность. Мы когда проводили исследование, скажем, в этой группе мозаичность была 29%. 6 месяцев мы им рекомендовали принимать эйконол. Эту проводил работу профессор Калантаров. Талантливейший человек, и в его модификации это была проведена схема исследования и потом рекомендации по лечению. И он порекомендовал, полгода надо принимать. Через полгода, когда посмотрели на эту мозаичность, которая оценивалась 6 месяцев назад как 29%, она изменилась до 13%. Возвращаются в работу эти сосуды, если получают, и непрерывно увеличивает скорость кровотока. Конечно, вот мы сравнивали с лекарственными препаратами, которые рекомендуются, ламир, тенормин, но они не дали даже близко какого-то положительного такого эффекта. Ну, улучшение на 1-2% в сравнении здесь в 2 раза. Конечно, если посмотреть, с чем это связано, вот такая активность, вот и то, что я назвал, двух жирных кислот, омега-3 они относятся, но это персонально назову докозагексаэновая и козапентаэновая кислота. Если можно было бы посмотреть на эмбрион человека в большом увеличении,
вот здесь показано, 4-недельный эмбрион человека. У него есть и жаберные дуги, и хвостовой плавник. Это эволюция его проходила, человека современного, в морской воде. И в морской воде он питался какими-то морскими организмами. Есть такой фитопланктон, который синтезирует докозагексаэновую и козапентаеновую благодаря солнечному свету и благодаря минеральному составу океанской воды. И фитопланктоном питается ихтиопланктон, это мелкие рыбешки. Этими мелкими рыбешками питаются пелагические формы рыб. Я их назову сельдь, сардина, скумбрия, ставрида, анчоусы, мигрирующие лососи. И в них тоже накапливается в нагульный период, в подкожном слое формируется вот этот запас докозагексаеновой и козапентаеновой кислоты. И мы научились добывать эту рыбу в нагульный период, из нее извлекать и потом превращать в капсульную форму. Условия хранения по документации обеспечиваются и при комнатной температуре, 20 градусов. И тогда можно принимать. Как долго можно принимать? Или еще кому принимать? Вот скажем, мужчина, женщина. У мужчины есть предстательная железа, у женщины нет. Чем отличается предстательная железа от всех остальных органов человека? Содержание предстательной железы цинка в 100 раз выше, чем во всех тканях. И поэтому, конечно, этому человеку нужно давать продукты, в которых есть цинк, биологически активные добавки. И еще, кровообращение в области малого таза. Есть и у женщины, есть и у мужчины. Чтобы цинк этот разнести мужчины, мы сделали посейдонол. Есть такая биологически активная добавка. В сочетании с Аполлоном Ива, в котором есть цинк, обеспечивается полезным для поддержания организма мужского. Или для детей. Больше всего, скажем, от рождения аллергических заболеваний детей, тот же диатез. Мы с институтом педиатрии сразу проводить начали работу. Дети, которые родились совсем недавно, и у них диатез. Скажем, капсульные формы они принять не могут. Нет, конечно. Но мы их порезали, капсулы, той же бритовкой, и выдавили это в прикорм. И с прикормом дали. И мы получили блестящий эффект. В течение месяца идет коррекция этих нарушений. Мы решили еще посмотреть, а нельзя ли беременным женщинам это дать. И в центре гинекологии акушерства, в научном центре гинекологии акушерства, всероссийский, к нам обратились оттуда, что оказывается во втором триместре у беременных женщин наблюдается такое заболевание, которое называется гистоз. Это отечность, протеинурия, гипертония, то есть нехватка каких-то минеральных и омега-3 жирных кислот, вот докозагексаэна. Мы порекомендовали месяц принимать по 3 грамма в день. Эйконола. Эйконола. И через один месяц от гистозов и следов не осталось. Но мы посмотрели по показателям крови этих беременных женщин. Если перед началом мы увидели, что содержание докозагексаеновой кислоты в плазме крови этих беременных женщин было 2,4%, то есть очень низкий. А надо, чтобы было не меньше 3. И когда мы прошли этап 3%, вот исчезает эта болезнь, это нарушение. Поэтому, видите, и дети, и мужчины, и взрослые, старшее поколение, кому рекомендовать, если взять спортсменов, еще одну категорию, это особое питание. Ну, как правило, мы знаем, что спортсмены это накачивают мышцы, потребляют, значит, увеличенное количество белков, потому что мышцы это белки. То посмотреть, если что является источником их энергии. Ну, скажем, бегут они в марафоне 42 километра. Что является основным источником энергии для марафонцев, для бегунов на дальней дистанции, для стайеров? Жирные кислоты. И в зависимости, какие жирные кислоты преобладают, то можно сказать, сколько будет АТФ. АТФ – это та энергия, которая обеспечивает
мышцы вот этой энергии для движения, то получается, чем длиннее цепь, ну скажем, докозагексаеновая кислота, одна молекула может дать 180 молекул АТФ. Если это пальмитиновая кислота, это будет 138 АТФ, 138 молекул. Поэтому чем больше длинноцепочечных, вот это докозагексаеновая самая длинноцепочечная, так к тому же еще самая высоконепредельная, то, конечно, она и дает больше всего энергии. Имея в организме небольшое количество вот этой энергии в составе плазмы крови, этот организм спокойно преодолевает и марафон, и 10 километров, и 5 километров, которые относятся к длинным дистанциям. И показывают, конечно, эти спортсмены очень хороший результат. Если человек выполняет спринтерские какие-то, значит, дистанции, короткие дистанции, забег, даже по внешнему виду можно увидеть, кто может это преодолеть. Как правило, это крупные мужчины с мышечной массой, да, и в мышцах могут быть источники энергии. Причем это быстрого выброса энергии, та, которая формируется. Мгновенно. Гликоген. Гликоген, да, это мгновенный выброс. Но сколько, как долго это может человек выдержать вот с таким, с мощным таким выбросом энергии? 10-20 секунд, и на больше уже не хватает. А с жирными кислотами, когда они идут, то можно бежать и часами. То есть в зависимости от того, какие спортсмены, в каких видах спорта, силовые, значит, или циклические виды спорта, у них характер питания разный, и мы рекомендации даем по питанию для этих людей своеобразные. Мы написали такую книжечку, ее утвердили даже в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту как методические пособия. Я ее написал с профессором Португаловым, Институт физической культуры и спорта, это Всероссийский институт. Угу. И мы здесь написали, для каких видов спорта, какой режим рекомендуем и какой состав биологически активных добавок. Тем более мы еще их и назвали как адаптогены и антиоксиданты. Это то, что нужно, потому что меняются, скажем, условия соревновательные, высокогорье или наоборот на равнине где-то. Ну и в зависимости от этого, конечно, кислородное или голодание ощущается или не ощущается. Угу. То есть и в зависимости от этого, предсоревновательный период, соревновательный период, послесоревновательный, когда нужно будет успокоить организм, тоже здесь есть рекомендации. Поэтому, конечно, биологически активные добавки нужно внимательно. Я думаю, что сегодня наши слушатели имеют возможность увидеть книги эти, потому что вот еще одна книга такая есть. Значит, мы исследовали физиологические аспекты липидного обмена, ожирение и похудение. Почему то происходит или почему это происходит? Плохо ли похудение, плохо ли ожирение? Я не буду оценивать, просто каждый сам для себя выберет. Он хочет быть каким? Средней упитанности или повышенной упитанности, или даже ему нравится ожирение. Конечно, если говорить о сердце, то нагрузка на сердце у людей с ожирением, с избыточной массой тела, когда эта избыточность больше 30% от норматива, то это называется ожирением. И состояние, которое уже можно говорить тяжелая болезнь, и эти люди подлежат, конечно, лечебному голоданию или же лечебному питанию. Ну и есть те, которые, конечно, надо бы набрать немного массу тела. Но если брать мужчину и женщину, тоже по-разному. По природе женщина должна иметь на 4-5% жира больше, чем мужчина. Женщина носит плод, и плод этот должен быть защищен. И вот жировая прослойка и служит самым простым и надежным способом защиты. Поэтому женщина чуть-чуть должна быть, ну, больше жира. Я не скажу ожирением, но в массе тела жира может быть больше, и это нормально. Подростковый возраст, чем он отличается? Высокая подвижность, ну и потом его обязанность набираться знаний. Таким образом, ему нужно и для физического своего развития и для интеллектуального развития какие-то биологически активные добавки. Ну, для физического развития, скажем, подростки уже понимают, раз спортсмены принимают белковую пищу, и мы будем
принимать побольше белковой пищи. Тем более сейчас новая методика, диетология. Значит, если раньше у нас было признано 15 диет, и исходя из того, какие задачи стоят перед диетологом, он рекомендует тот или иной режим питания и, значит, рацион питания. Сегодня их всего 6 всего рекомендуемых рационов. Но там есть высокобелковые и низкобелковые. В зависимости от того, что мы хотим, иметь мышечную массу повышенную, скажем, как для спортсменов, или подростки занимаются спортом, причем активно, и учатся, и занимаются. То есть они будут есть именно усиленно белковую часть. Если же ему нужно, вот скажем, развить умственные способности, вот я вскользь упоминал, что Министерство образования проводило эксперимент в течение 4 лет, значит, как учатся наши дети и как они питаются в школах, школьное питание. Ну, школьное питание можно разделить на 4 разных. Значит, первое, скажем, школьная кухня готовит продукты. Или же индустриальное питание. Заводы производят, потом упаковывают, доставляют, подогреваются. И можно кормить детей, школьников. Есть комбинация школьная кухня и чуть-чуть это добавляется индустриальное. Или же индустриальное, но что-то добавляется из школьной кухни. Вот 4 разных. И в зависимости от этого можно оценить, каковы возможности. Но еще ни индустриальное питание, ни школьная кухня не удосужились посмотреть. Почему? У школьников, ну, самые большие нарушения в организме человека, этого школьника, первое массово, ухудшение зрения с 1-й до 4-й четверти, в школе, пока он находится. Осанка страдает, это посадка неправильная. Эндокринная система и кровеносная система страдают. Почему и что можно добавить в питание, никто не знает. Но мы задумались, ну скажем, адаптационные возможности организма к изучению предметов, то, что у них в программе обучающей. И мы понимаем, в первой четверти адаптационные возможности 70%, вторая четверти 50%, в третьей четверти 40%, в четвертой четверти 25%. Это там, где эксперимент идет и наблюдение, контроль постоянный. А там, где нет этого наблюдения, четвертой четверти 6-7% всего адаптационных возможностей. И вот мы понимаем, что нужно в это питание добавить то, что может вызвать повышенный интерес. Ну что для этого надо? Чтобы, значит, мозг ребенка, мозг школьника воспринимал легче. Ему нужно дать больше кислорода. Каким образом дать кислород? За счет повышения скорости кровотока. Каким образом скорость кровотока увеличить? С тем, чтобы гемоглобин, который находится в эритроцитах, тащил кислород, потому что только за счет кислорода питательные вещества, значит, окисляются и выбрасывается вот энергия. Вот эта энергия нужна мозгу, чтобы усиленно задуматься и принимать операторские способности, память на текущие события, память долгосрочная, вот это развивать. И мы понимаем, сегодня в Институте детского питания как раз работаем над этим, над созданием продуктов, обладающих этой способностью и для физического развития, и для умственного развития. Ну а потом мы полагаем, что мы подберем группу детей, может быть, особо одаренных, и им дадим возможность развивать мозг еще больше, больше, чем у кого бы то ни было. Ну я рад, что у нас есть и ученые, у нас есть и средства, из которых можно формировать и готовить новые программы. Программы именно научные для обеспечения школьников, детей и подростков. Такой, наверное, на сегодня завершающий вопрос в эфире. Все-таки БАДы мы принимать должны постоянно, исходя вот все, что вы рассказываете, я делаю вывод о том, что определенные БАДы, которые восполняют все необходимые микроэлементы, нужно практически регулярно принимать, причем и мужчинам, и женщинам, и даже в том числе детям. А какие-то БАДы получается, что нужно принимать периодически, ну, в случае каких-то потребностей в каких-то корректировках. Права ли я, или все-таки здесь важна, не знаю,
курсовость приема или какие-то внешние факторы для этого? Можно сказать, что вы правы, но есть какие-то сдерживающие моменты. Ну, скажем, финансовые возможности человека. И вот они говорят, можно я 3 месяца буду принимать, а 3 месяца не буду принимать. Ну, скажем, если речь идет о кровеносной системе, и эйконол рекомендуется для того, чтобы улучшить скорость кровотока, состав мембран, эритроцитов поменять, и состояние органов и тканей в организме. Эритроциты живут 120 дней. Средний возраст их 2 месяца. Но есть те, которые сегодня умрут, которым уже 4 месяца, или 119 дней, а сегодня 120, завтра, и они погибнут. И поэтому он погибает, но не передает по наследству эту информацию, которую имел, способность деформироваться. Поэтому, конечно, значит, перерыв можно сделать, скажем, 1 месяц, с тем, чтобы 2-месячные обладали уже способностью и имели молодые, которые вступают в жизнь эритроциты, они передадут. И тогда непрерывно, скажем, в сосудистой и кровеносной системе всегда будет в запасе вот эта докозагексаеновая кислота, которая обеспечивает деформируемость эритроцита. И за счет этого можно увеличивать и увеличить скорость кровотока, не прибегая к значит, процессам увеличения сердцебиения. То есть пульс остается без изменений, без тахикардии и без брадикардии. То есть это очень важно. Или другое, вот накопление витаминов жирорастворимых, они способны накапливаться, поэтому, конечно, их не нужно, можно не принимать каждый день. А вот витамин С надо принимать каждый день, потому что сегодня то, что мы приняли, даже 5 порций витамина С, они все уйдут с мочой, ничего не остается. День кончился, и он ждет нового пополнения. Поэтому какие-то, ну лучше, если есть возможность, каждый день нормативно принимать. А вот говорят, ну, есть такое научное течение о том, что детям нельзя давать витамины, потому что у них разовьется авитаминоз. Вот я в рамках подготовки к программе прочитала, и я, честно, не знаю, как это будет. Нет, но если это каждый день давать, не авитаминоз будет, а гипервитаминоз. Угу. Авитаминоз – отсутствие витаминов. Не даешь, отсутствие развивается. Это тяжелое нарушение. Или же, там, скажем, гиповитаминоз – недостаточная витаминизация организма. Водорастворимые витамины надо давать каждый день, и пускай едят сколько им нравится. Гипервитаминоза по витамину, вот по водорастворимым не бывает. По жирорастворимым бывает. Поэтому мы говорили даже, в печени хранятся, потом активируются в почках, а потом направляются на то, чтобы, скажем, кальций и фосфор внедрялись в мягкие ткани, белки соединительной ткани и накапливали костную ткань, чтобы она была прочной достаточно, потому что, конечно, он будет завтра спортсменом, там такие нагрузки на костно-мышечную ткань, что нужно много иметь. А давайте сейчас немножечко просто подытожим. Итак, БАДы – это необходимая составляющая питания любого человека. Определенные БАДы, такие как эйконол или омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, нужно принимать регулярно и постоянно. И даже если делать перерыв, то не больше, чем на 1 месяц. Водорастворимые витамины обязательны к употреблению и взрослым, и детям. И не нужно этого бояться, никаких дополнительных нарушений они не вызовут. С жирорастворимыми витаминами нужно быть внимательнее и просто соблюдать рекомендованные нормы в день. Что еще забыла? Я хотел бы еще показать 2 картиночки. Ну, первое, вот капилляр. Чтобы люди понимали, капилляр – это сосуд диаметром 4-7 микрон. Ну, чтобы ощутить физически, сколько это. 1 миллиметр все наши знают жители, граждане. В 1 миллиметр помещается 250 капилляров. 250 по диаметру. То есть, вот понимаете, да?
И вот тут туда устремляются эритроциты. Вот здесь вот есть они такие кругленькие, двояко вогнутые. Вот они. Стоит в капилляре отложиться чуть-чуть, вот капелька жира, мол, что так это ничего не значит. Капелька жира – это многократно больше, чем диаметр капилляра. Поэтому, если один микрон займут вот эти капельки жира вместе с холестерином, который, скажем, я съел три штуки, три яйца сегодня, три яйца – это 900 миллиграмм холестерина, при допустимой, значит, экзогенного холестерина 0,3 грамма, одно яйцо. Поэтому, конечно, вот надо беречь, чтобы капилляры у нас все работали. Это касается и пиальных сосудов мозга, потому что мозг должен работать постоянно. Мозг – это наше украшение, наша надежда и наше будущее. Самое главное, что нужно беречь – мозг. И теперь другое еще – дети, когда мы говорим о детях. Мы хотим, чтобы во всех продуктах вот эти были золотые докозагексаеновые жирные кислоты. И мы сейчас научились превращать их в микроэмульсию с помощью ультразвука. Диаметр вот этих вот капелек жира, значит, 100 нанометров. Если посмотреть, капелька жира в молоке, это 2 микрона в магазинном молоке. То есть мы сделали в 200 раз меньше. Но, скажем, мы можем ограничить даже, скажем, в 2 раза меньше. Это вес капельки, это будет 8 раз меньше. А потом превратили в порошок микрокапсульный. Закрыли вот эту капельку совсем малюсенькую в оболочке. И тогда мы можем вот эту микрокапсулу во все продукты. В хлеб мы можем, в йогурт, можем в творог. Во все продукты растительного происхождения. Сейчас у нас идет отработка вот этих механизмов. И если это будет, то мы, конечно, сможем нашим детям сильно помочь. Ну и старшему поколению. Ну что ж, дорогие товарищи, вот вы и посмотрели вторую часть интервью с профессором Исаевым. Первая часть и другие 6 видео с профессором Исаевым будут даны под этим видео по ссылкам. Все, о чем говорил профессор Исаев, все эти незаменимые факторы питания, эти биодобавки, концентраты питательных веществ вы сможете приобрести, если захотите. То есть именно профессора Исаева и еще липосомальные витамины и минералы, в том числе цинк, витамин D3, К2, антиоксиданты, омега-3, в 2 разделах, которые я вам оставлю по ссылкам под этим видео. Теперь важные акценты, о чем вы могли бы подумать и написать. Сейчас я вам предвидя это поясню. Профессор Исаев говорил про яйца, что повышается плохой холестерин, и что этот процесс можно нивелировать приемом омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а именно ЭПК и ДГК. Так вот, грубо говоря так, чтобы вы голову себе не забивали, чтобы нейтрализовать вредный холестерин на одно съеденное яйцо сразу, после приема или в процессе приема пищи. Примите 3 капсулы, например, тыквы и нола. Это препарат профессора Исаева. Под каждым препаратом профессора Исаева по ссылке под этим видео есть такое текстовое сообщение про дополнительную информацию. Вот если вы туда нажмете, попадете на страничку, откроются, там будут файлы. И там очень много важной информации для тех людей, кто захочет изучить этот вопрос поглубже. Но я вам еще раз напоминаю, видео, интервью с профессором Исаевым, видео о нем посмотрите непременно, кто еще не видел. Кстати, очень важная вам информация. 30 и даже 40 лет назад произведенные препараты профессором Исаевым до сих пор не теряют свои свойства. То есть выдавленные на специальные приборы, которые изучают свойства, в том числе окисление компонентов, разные газовые анализаторы и прочее серьезное оборудование показывает, что нет изменений в компонентах этих препаратов. То есть это просто, ну, уму непостижимо, но проверка такая идет каждый год. Достаются с хранения старые, произведенные в конце 80-х и в 90-е годы препараты, и все они обладают теми же свойствами, как и только что произведенные. Это просто информация для интереса, разумеется. Кто захочет приобрести, препараты эти не залеживаются, они все, ну, максимум произведенные месяц назад. Ну, может быть, какие-то полтора. Так что можете в этом плане быть спокойны, это просто я вам сказал. Это поразительная информация, но это вот правда. Я надеюсь, вы знаете, как важен минерал цинк. О нем у меня было видео, посмотрите его обязательно. Так вот, если вы будете принимать цинк в липосомальной форме и вместе, совместно, препараты Исаева Посейдонол, то усвоение цинка будет гораздо выше. И к тому же иммунитет гораздо
гораздо крепче. Чтобы у вас было больше энергии, сил, чтобы было лучше мозговое кровообращение и память, оперативные способности мозга, аналитические способности выше. Принимайте коэнзим Q10 в липосомальной форме и совместно с препаратом Исаева, содержащим омега-3 ПКДГК, латал с селеном. Там еще и большое количество различных антиоксидантов. Это вот мои вам советы. Все эти препараты вы найдете по ссылкам под этим видео. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще 2 минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте natgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт natgard.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл 2-й интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.